Предварительным данным 25 октября 2024 года, примерно в 13 часов 35 минут, на 52-м километре 250 метров дороги Зеленоградск, Приморск, Сюрис-Светлогорск, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем марки Citroёn, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с транспортным средством Citra под управлением водителя 1991 года рождения, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир Citroёn получили телесные повреждения, были направлены на машине скорой медицинской помощи в медицинское учреждение города Калининграда. По данному факту проводится проверка.